Всем привет, это Майер. Недавно я опубликовал в сообществе вот такую новость, дал ссылочку, да, на программу. Сегодня расскажу, что это за программа. Это наподобие YQ. Если кто начинающий ютубер, много времени уходит на то, чтобы подготовить видео. В общем, давайте перейдем и посмотрим. Я покажу вкратце, какой функционал. Она на английском языке, но если день-два посидеть, посмотреть, поработать на ней, быстро все понимаешь, как чего. Здесь вот есть и статистика тоже, и она сама подбирает ключевики, ну, в общем, очень сильно помогает. Ну, по старинке, когда кто-то начинает, он начинает вот пользоваться, типа вот это Google Trends, или вот такая есть еще, Keywords Tools, гугловская, Яндекс. Да, вот эти все ключи, видим, да, ремонт Audi интересуется 30 тысяч. Так, ну и давайте откроем, допустим, вот видео, да, я открыл последнее изданное. И смотрим, значит, вот эти ключи подобрала мне эта программа. Видите, вот в рекомендациях, сначала с большим поиском, потом с меньшим, вот она подбирает, рекомендует, видите, все ключи, которые популярны на данный день. Также тут есть вот вкладка Explorer, да, получается, вот докладывают. И смотрим. Докладывают 46 из 100. И в основном это обзор России, топ Путин. То есть это тег докладывают, используют политические каналы, видимо. Также тут есть вот по этому ключу, кто в тренде, посмотреть, какие у них там теги. Также она быстро переведет вам на любой язык, покажет по странам, кто вас как смотрит и те языки используете теги. Также можно, видите, нажать автосортировку после того, как создадите теги. В этом поле она сама отранжирует как надо. Ну, в общем, сильно не надо этой доверять программе. То есть что-то для ускорения процесса используйте, но в основном это дело приходит с опытом, уже начинаете понимать в этих ключах, и уже это просто помощник. Вам надо быстрее выпустить видео, не тратить на это много времени, на поиски, на всю информацию об этом видео. То есть в поисковике она тоже участвует. Видите, Search Explorer тут работает, сразу предлагает самые лучшие теги, показывает, какое количество людей охват, сколько подписчиков в этом разделе. Можно делать короткие ссылки вот на свои видео, видите, я их обозначил, и также их использовать для вставки в описании, и также по ним видно, сколько, значит, переходов было. В общем, тут разная система работает. Чтобы зарегистрировать, сначала вам дается неделя, да, полный функционал, вы пользуетесь, учитесь, смотрите, вам нравится. Далее у вас будет несколько на выбор, вы можете оплачивать ее. Как получить бесплатно эту программу, там несколько, или надо найти, привести, значит, то боди, там, по-моему, 140 человек, ну, какое-то, в общем, количество людей. Также вот я ссылочку вам дал, вы переходите, значит, регистрируетесь, и мне засчитывается. Средства, вот сейчас видите, 13 человек. Если у меня 140 будет кликов, значит, у меня там будет какое-то время оно бесплатно. Также можно снять небольшое обучающее вот такое вот видео, минуты на 2, на 3. Ну, тоже, в принципе, несложно, да, и полный функционал. Но пользы от нее много. Ссылочка, значит, в описании. Переходите, регистрируйтесь. Регистрация бесплатна. Пользуйтесь неделю, а потом уже сами решайте. Но если что-то непонятное, я всегда к вашим услугам. Пишите в соцсетях хотя бы. Я как бы открыт для общения. Чем могу, тем помогу. Спасибо за просмотр. Ставьте под это видео лайки.
под все другие. Смотрите те видео, которые не видели, их все-таки 200. Смотрите с помощью этой программы мои теги. Какие-то из них берите, вставляйте в свои ролики. Ну все, сейчас я отправлю этот ролик и продолжу полным функционалом пользоваться, чего и вам желаю.